Всем-всем добрый день. Небольшой обзор китайских светодиодных ламп. Лампы были куплены на eBay у китайского продавца в количестве 5 штук. Цена получилась с доставкой $30. В принципе, все достаточно неплохо. Хорошее качество исполнения, пластик, сборка. Все красиво, ничего не шатается, не болтается. Лампочки работают. Вот. Но в процессе эксплуатации вылез небольшой нюанс. Появилась небольшая проблема, либо нюанс. Это мерцание ламп. Лампочки мерцают с частотой 100 Гц. Вот. И через каких-то там 15-20 минут глаза начинают уставать, болеть. Как бы дискомфорт, появляется дискомфорт. Вот. Поэтому был момент, принято решение в один момент вскрыть лампочку, посмотреть, в чем проблема. И разобраться, что с ней не так. Оказалось, все просто. Лампочка по переменному напряжению состоит из конденсатора гасящего, диодного моста и выпрямляющего конденсатора, сглаживающего. Вот. В нем-то, собственно говоря, и вся проблема. Его емкость 4,7 микрофарад. 400 вольт, 4,7 микрофарад. Этой емкости достаточно мало для полноценного сглаживания выпрямленной синусоиды. Вот. И она, в свою очередь, давала мерцание. Была сделана доработка, поставлен другой конденсатор, немножечко перепаяно. Я установил конденсатор на 47 микрофарад. Пленочный конденсатор я немного перепаял, положил по-другому его. Вот и обратно собрал лампочку. Что получается? По яркости эта лампа приравнивается где-то к 50-60 ваттам обычные лампы накаливания. По габаритам с лампой накаливания она приблизительно выглядит вот так вот. Намного меньше. По току потреблению у нее получается 27 мА. У лампы накаливания приблизительно аналогичной. По световому потоку около 300. Так, и теперь тест по ее освещению. Вот аналогичная лампа уже переделанная работает. Освещение нормальное, она не желтит, она не дает розовый поток, она достаточно хороший и ровный свет. Сейчас я вкручу лампочку, которая не переделывалась, а в оригинальном исполнении с родным конденсатором. Ну вот видно, как сейчас фотокамера показывает мерцание. Видно на изображении пошло резкое мерцание. То, что я и говорил, то, что дает усталость на глаза. Вот такие дела. В принципе, лампочка достаточно неплохая, с одной стороны, если ее доработать. Вот, она прекрасно подходит для каких-то небольших освещений, для торшеров, каких-то плафонов. Вот, но для освещения больших помещений, к сожалению, ее мощности мало, недостаточно.